Space Marine 2 — это экшен-шутер от третьего лица, действие которого происходит в мрачном будущем вселенной Warhammer 40 тысяч, которая помещает вас в центр войны против тирании и контроля имперской солнечной системы. Вы прямо в гуще событий. И, надеюсь, люди никогда не сталкивались с таким аспектом мира Warhammer. Мы чувствуем, что это сочетание всех вещей, над которыми мы так усердно работали много лет, оживает. Мы хотели действия в небе, на земле. Мы хотели пламени, взрывов. Это страстный проект для всех нас. Люди, работающие саблей. Когда я начал работать над историей, я провел месяцы, читая романы Black Library, такие как No No Fear, чтобы действительно понять этих персонажей. Чтобы понять ультрамаринов и кто они такие. Ты... Итак, космические десантники были созданы для того великого крестового похода. Они были необходимым компонентом в «Война за галактическое единство». И ультрамарины — одна из самых знаковых и известных космических десантных сил, которые выдержали 10 тысяч лет с момента их создания во время великого крестового похода до застой 41-го тысячелетия. Большинство людей на этой планете никогда не увидят космического десантника. Они — материал легенд. Их называют «ангелами смерти». Так что... Когда один появляется на поле боя, это как видеть ангела Бога. Его ангелы, поэтому Тит, лейтенант в нашей Мое игре. Мое обещание. Вечная служба. Он вроде как реликт Знаешь, ушедшего времени. Знаешь, этот парень обладает неудержимой силой. Это показывает, что он был там. Сделал это. Видел больше, чем все другие ультрамены, и теперь он в этом подразделении. Итак, мы сделали все возможное для захвата движения. Но это очень по-другому, когда ты видишь эти удивительные графики на экране, и то, что сотни и сотни людей, работающих в Saber Interactive, придумывают и создают. Это невероятно. Лейтенант Титус, ультрамарин, вторая рота. Для меня вернуться к самым основам актерского мастерства и просто быть в пустом пространстве. Но в этот день речь идет о его создании и придании ему реальности. Лейтенант Титус! Заморозьте амнистию. Остановите ее. Нет. Это ваше путешествие или игрока вместе с Титом и ультрамаринами. Если вы не можете распознать их лица, когда шлемы сняты, и не можете прочитать эти эмоции, то чего-то не хватает. Моя задача — оживить этих ребят. Я думаю, игрок увидит совершенно другого Титуса. Если мы разорвем резервуары для подготовки, направим поток в долину, мы сможем затопить территорию вокруг базы. С самого начала. Мы не просто хотели создать что-то, шутер от третьего лица. Мы хотели создать игру, воплощающую галактические войны, которые вы знаете по этой франшизе. Итак, технология, которая лежит в основе Space Marine 2, является нашей собственной технологией. Так что команда очень хорошо научилась создавать знаковые моменты в этой игре. Этот знаковый момент... Вот это. У нас есть рой технологий, который позволяет сотням этих тиранидов атаковать игрока. И мы также можем создать огромное пространство, где у вас есть высоко детализированные персонажи и модели вблизи, которые вы можете видеть. Вдали вы можете увидеть, как к вам приближается рой, вы можете видеть, как к вам приближаются волны врагов, и вы опускаетесь и уничтожаете их всех. Вы чувствуете, как будто перед вами бесконечная вселенная. Вы знаете, что у вас есть песочница, где можно бродить? Это идет на шаг дальше. Почти кажется, что где бы вы ни находились в действии и куда бы вы ни посмотрели, там есть еще одна рота морпехов, там сражается с роями колесниц и юнитов. Поднялись туда. У нас есть корабли, которые доставляют и запускают, и десантные корабли приземляются все вокруг вас. Одно из того, что люди любят в этом мире, это возможность настроить своего персонажа. Понимаете? Вы берете эти маленькие фигурки, размещаете их как хотите, даете им оружие, которое хотите. Вы рисуете их так, как хотите. Мы хотели применить тот же подход в игре, чтобы вы могли делать то же самое со своим персонажем. Игра предлагает три режима. Кооперативная сюжетная кампания, в которой вы можете играть с друзьями. Высокоповторяемый PvE-режим с множеством прогресса и настройки. А также PvP-режим, который ставит вас против других игроков. Чем больше ты играешь в эти PvE-миссии, тем глубже ты можешь погружаться в развитие этих персонажей, открывая навыки, бонусы и оружие. И, пока вы это делаете, наш знаменитый AI-директор способен увеличивать сложность, подбрасывая вам более жестких врагов,
в более сложных ситуациях. Как вы видели с некоторыми из наших других проектов, у нас есть опыт поддержки наших проектов через улучшение качества жизни, через платные дополнения и большие аддоны. Так что Space Marine 2, потому что вселенная настолько богата и есть так много, откуда можно черпать. Мы действительно в восторге от того, какую историю мы можем рассказать и что мы можем продолжать делать. Правда в этой игре. Правда в том, что мы как бы кружим вокруг мастерской игр, как акулы. Я долго не спал, пытаясь овладеть этой игрой. Мы в Saber верим, что у нас есть история, стрельба, технологии, опыта и страсть. Доставить то, что хотят фанаты. Так что мне страшно. Но я взволнован. Наша команда, вы знаете, они любят работать над этой игрой. Это одна из их любимых игр, над которыми они когда-либо работали. Так что увидеть, что 10 лет разработки. Это история франшизы о космическом десантнике будет такой же для космического десантника 2. Думаю, все, кто связан с Warhammer, очень-очень рады это видеть. Что бы ни просили фанаты, поверьте, мы просим еще больше.